Количество покупателей за год в торговых точках Fuzzy Group в 6 раз больше всего населения Украины. В каждом супермаркете Сельпо ежедневно продается 330 килограммов бананов. Продолжительность жизни одного лимона на витрине – 15 минут. Сырокопченая колбаса усыхает приблизительно на 50 копеек в неделю. Ежедневно из распределительных центров Fuzzy Group в магазины доставляется около 4000 палет продуктов питания. Для компании с таким масштабом бизнеса и скоростью изменений доступ к информации в любой момент времени имеет критическое значение. Одним из важных приоритетов для Fuzzy Group является совершенствование операционной части бизнеса и улучшение показателей прибыльности за счет налаживания эффективных внутренних бизнес-процессов. В 2008 году мы пришли к пониманию того, что для принятия ежедневных бизнес-решений компании необходимо единое центральное хранилище данных, куда в режиме реального времени мы получали бы информацию с наших торговых точек. При выборе поставщика технологии хранилища данных Fuzzy Group особое внимание уделялось производительности и надежности решения. В рамках пилота тестировалась производительность системы и возможные нагрузки. С кассовых аппаратов магазинов ежедневно поступает более 4 миллионов строк информации. И для нас чрезвычайно важно, чтобы ни одна из них не была потеряна. Мы решили протестировать наше решение на устойчивость к нагрузкам. Для этого мы выбрали задачу, которую до этого мы не могли решать. Пересчитали продажи по всем нашим магазинам за год. С решением от Microsoft данная операция заняла около 2 суток. Соответственно, после этого мы сделали выводы о том, что данная система подходит нам в полном объеме и способна решить все наши бизнес-задачи. При этом важна была оптимальная стоимость решения и невысокие требования к аппаратному обеспечению. В рамках лицензионной программы Enrollment for Application Platform Microsoft предложила наиболее адекватное решение с точки зрения цена-качество. Оно очень органично вписывалось в нашу инфраструктуру, построенную на технологиях Microsoft. Хранилище данных на базе Microsoft SQL Server работает на сервере стандартной конфигурации, обрабатывая при этом информацию в режиме реального времени. Как только кассир в зале пробивает кассовый чек, информация о продаже сразу же поступает в центральное хранилище и в любой момент готова к обработке и анализу. До этого информация из магазинов передавалась один раз в сутки. Специалисты Fuzzy Group разработали на технологии Microsoft.NET аналитическое приложение Faust, которое на базе информации в хранилище SQL Server создает аналитические отчеты и графики для бизнес-пользователей. Теперь аналитические отчеты — это прерогатива не только аналитиков. К BI-системе в группы имеют доступ все, кто работает с информацией, от руководства сотрудников центрального офиса до управляющих магазинами и сотрудников распределительных центров. Каждый на своем уровне. Новое приложение стало жизненно необходимо, как воздух, как электронная почта. С помощью него мы в онлайне можем получать достоверную информацию и на ее основе принимать правильное и быстрое эффективное решение. Имея доступ к актуальной информации в любой момент времени, Fuzzy Group смогли оптимизировать целый ряд бизнес-процессов, централизировать формирование заказов, эффективно управлять остатками на складе, увеличить оборачиваемость товара и улучшить его доступность на полках. Это другой мир. Мы получили совсем другие возможности. Мы стали на голову выше по технологиям. Мы стали первым ритейлером в Украине, который доставляет молочную продукцию, скоропортящуюся продукцию в магазины с РЦ, с единого распределительного центра. Все это получилось благодаря передаче информации в режиме реального времени, а именно заказа в магазины, заказа поставщику до 2 часов дня. Это происходит ежедневно. И на следующий день утром до 10 утра машина уже приходит в магазин. Чтобы аналитическая информация приносила пользу, в современном мире требуются скорости, близкие к реальному времени. Мы рады, что решения Microsoft удовлетворяют требованиям таких скоростей, являясь при этом оптимальными с точки зрения совокупной стоимости владения. Естественно, это всего лишь инструмент. Но эффективное использование этого инструмента нам помогло сделать наш операционный бизнес более эффективным и стать лучше для покупателя.